Сегодня поутру на юго-западе Екатеринбурга скоростная езда под неправильный сигнал светофора весьма логично закончилась крушением. Случилось оно на кольце возле 6-й горбольницы, сквозь которое Серафима Дерябина превращается в Вильгельма Дегенина. Именно в этом направлении, то есть в Академический район, направлялся водитель «Фольксвагена» Пола красного цвета. Красный же сигнал горел ему на светофоре. Очевидно, он решил, что такое совпадение упускать нельзя, и вместо торможения поддал газку. А по пересекаемой дороге, хоть там и не было замечено ни одного зеленого авто, уже началось движение под разрешающий сигнал. Самым невезучим оказался в этой ситуации водитель вообще белой машины корейской выделки, в которой эта торпеда влетела. Честно говоря, при виде этого ДТП очень большие сомнения возникают в адекватности автомобилиста, летевшего в академ на такой скорости, будто он там, уходя на работу поутру, оставил включенным холодильник. Однако в ГАИ рассказали, что автопилот, который в итоге был госпитализирован в 23-ю горбольницу, за рулем ехал трезвым.